Добрый день, дорогие друзья! Таланты в плавании – тема этого небольшого видеоразмышления. И поводом послужил тот факт, что одна родительница у меня на работе спросила о своем сыне, который плавает у меня, правда, периодически в группе оздоровительного плавания. И он когда-то побеждал в заплыве на 25 метров в этом бассейне. И она спросила: «Мой сын, он талантливый пловец?» На что я сказал правду, и, конечно же, эта правда расстроила ее. И в действительности талантов в плавании не так много. И сегодня можно обойти много школ, первоклашек, и, отбирая их на плавание, очень мало будет талантливых детей. Это связано с большими разными обстоятельствами, о которых я не буду сегодня говорить. Но талант – это выдающиеся способности, природные, незаурядные, причем врожденные. И талант – это греческое слово, которое означает меру. Хотел бы сказать о том, что сегодня на любом чемпионате мира, Европы или Олимпийских играх по плаванию собираются талантливые пловцы. Но даже среди этих талантливых пловцов есть суперталантливые, которые неоднократно занимают первые места и устанавливают рекорды мира. К таким можно отнести среди мужчин Марка Спица, Майкла Фелпса, Ласло Чеха, Яна Торпа, Александра Попова, а среди девушек можно отнести Юлию Ефимову, Федерику Пеллегрини, Натали Коглин, Ребекку Сони и Кэти Ледеки. И сказать хотел бы о том, что таланты не встречаются повсеместно. Они рождаются в определенных местах, где для этого создаются хорошие условия, как генетические у родителей, так и социально-экономические в стране. И таланты, они бывают разными. Бывает языковой талант, цифровой, пространственный, физический, личностный, межличностный. Таланты окружающей среды. И возвращаясь к талантам по плаванию, хотел бы сказать о том, что их мало. И приобрести такой талант невозможно, потому что это врожденная способность. И для того, чтобы мы поняли, что означает талант в плавании, хотел бы выделить 10 важных моментов к этому понятию. Первое – это любовь к воде. Она не у всех людей. Второе – это интеллигентность. Третье – это плавучесть, далеко не у всех она есть. Четвертое – это высокий рост. Скажем, у взрослых пловцов, у мужчин это 191 сантиметр плюс-минус 4 сантиметра, а у девушек это 180 сантиметров плюс-минус 4 сантиметра. Дальше – это небольшой вес. Затем – высокая гибкость стоп, спины, плеч, позвоночника. Седьмое – это двигательная память, очень хорошо развитая. Затем – желание побеждать. Девятое – трудолюбие. И десятое – это преодоление трудностей. Хотел бы сказать и о том, что примерно в 7 лет отбирают на плавание талантливых детей, которых ищут в первом классе школы. Ну и, конечно, можно искать и в 6 лет, можно искать и 8 лет, но примерно в 7 лет это должно происходить. И вот 7-летки ростом и весом мальчики и девочки должны быть 125-130 сантиметров, а вес около 20 килограммов. И касаясь таланта, хотел бы сказать еще о том, что жизненный объем легких у пловцов, у многих, он очень-очень высокий. Так, у действующих мастеров спорта он бывает, как правило, 7-8 литров. А есть очень мало людей, у которых 10 литров и более объем жизненный легких.
Таланты в плавании – редкое явление. Поразмышляйте вы об этом. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.